сами говорит доктор медицинских наук, академик Селезнев. Я прошу вас, каждого, кто видит это, присоединиться к группе борьбы за жизнь. Скорее всего, за жизнь ваших голодающих из-за болезни стволовых клеток. Хватит умирать. Давайте каждому больному смеси специального питания для выздоровления. Вот каждой из 11641 болезни. Понятно, что для каждой болезни нужны свои питательные смеси. Поэтому требуйте от своих врачей, от своих президентов, а это нужно писать письменно. Это смеси специального питания для выздоровления. И вы его специально получите. Индивидуально заказывать очень дорого. Это могут позволить себе только очень богатые люди, которые заказывают. Или же президенты. Вот. Теперь коротко. Что такое смеси, питательные смеси? Почему без них происходит отмирание клеток и почему вызывающая преждевременную смерть всего организма? Значит, вы прекрасно знаете, что для каждой, и это знают все, что для каждой группы клеточных тканей нужно свое питание. Вот если осла кормить мясом, или же если собаку кормить овсом, оба умрут от голода. В Китае существует такая голодная мясная смерть, когда 21 день человеку дают только мясо, и он умирает. Все прекрасно знают, что полные корабли еды, и если не дать трех иголочек сосны каждый день, то весь корабль людей умрет от цинги. Это так называемые две составляющих пищи, энергетическая и строительная. Для построения и обновления клеток. Это незаменимые аминокислоты белков, которые необходимы для того, чтобы восстановить клеточную ткань. В клеточной ткани обязательно присутствуют так называемые стволовые клетки мамы, питание которых дает их деление, а деление дает выздоровление от этой болезни. То есть питание, специальное питание гарантирует 100% выздоровление, потому что без деления стволовых клеток нет выздоровления. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы обратились к своим врачам, своим президентам, значит, и потребовали, чтобы они обеспечили вас и ваших близких это постоянное питание, потому что выращивать его нужно один год, и это при госзаказе возможно, потому что, в общем-то, фирмы частные, никто себе не может такое позволить. Поэтому вы должны понимать, что наше общество, главным врачом которого я состою, общество защиты прав больных потребителей, оно уже много раз писало письма требования президентам, чтобы они заказали и обеспечили, абсолютно ни одного ответа. Если у вас есть возможность, помогите нам деньгами, чтобы мы продолжали свою нашу борьбу, собственно говоря, нашу с вами борьбу за вашу жизнь, за жизнь ваших близких, потому что сегодня это единственное средство. Отзывы об этом средстве уже на сайте, посмотрите. Доктора, которые применяли, особенно вот доктор в Индии, Радж Кумар, он, значит, свидетельствует о том, что при употреблении этого средства раки останавливались, все больные выздоравливали. Но как только средство кончилось, раки вернулись снова и умерли больные. Поэтому поймите правильно, без питания лекарства не действуют. Без питания клетки умирают голодной смертью, вызывая преждевременную смерть всего организма. Сегодня выращивать нужно один год, поэтому побеспокойтесь сегодня о вашем здоровье сами. Потому что моих сил не хватает и сил не хватает. Я же со своей стороны гарантирую, что когда будет ваш заказ, я выполню его полностью, и вы получите питание, которое вас спасет и продлит вашу жизнь. По сути дела, конечно, для каждой болезни нужно готовить свои собственные смеси, потому что при каждой болезни увеличены определенные разные группы клеток, которые нуждаются в разных питаниях. Но тем не менее, произведена нами 1500 агрофарм селекция дает возможность на основании ядерно-магнитного резонирования протонов, атомов клетки, вовлеченных в патологический процесс, говорить о том, что это питание 100% восстанавливает ее жизнедеятельность, а как следствие восстанавливает ее деление, значит, и дает нам 100% гарантию о том, что мы восстанавливаем, так сказать, здоровье, продлеваем жизнь. Я, как человек, согласно заключению экспертизы Министерства здравоохранения, который создал продукты лечения,
лечебные продукты для восстановления клеток головного мозга, которые, в свою очередь, гарантируют восстановление здоровья практически при 11641 болезни. Хочу вам сказать, спешите заказать себе это питание. И дай вам Бог здоровья. Не забудьте, если можно, помочь нам деньгами, чтобы мы продолжили свою борьбу. До свидания.